Ну что, друзья, всем привет! Вы опять на канале Тайны НЛО. И сегодня мы расследуем древний город из камней. Да, это древний город из камней. Но маленькая часть того хочу вам показать. Древний город в этом месте есть. По ним прям идет очень огромная и необычная история. Но ситуация в том, что эти необычные каменные строения были уничтожены. Зачем, кем и для чего, неизвестно. У меня есть один маленький отрывок этого момента, в котором я сейчас нахожусь. Это поле, просто поле, но она, друзья, просто засекречена. Хочу вам показать сперва то, что я и хотел. Но я вам расскажу перед этим. Каменные строения в этих местах очень-очень уничтожены. Почти все уничтожены. Идет дилемма о том, что их уничтожали специально. У них есть названия по-разному. Дольмены, подземный город из камней. Это все есть, друзья. Но вот очень интересный момент мне попался в этом месте. Вот остаток того, что осталось. Посмотрите. Это, друзья, структура разбитого, можно сказать, дома. Но это неспроста. Их здесь тысяча, если не больше. Их специально уничтожали. Даже шла дилемма о том, что их перебирали. Здесь было 4 здания. Вот. Вы спросите, вот из каменных. А вот, если смотреть на горы, там есть река. Там еще есть такие уничтоженные здания из камней. Но почему их уничтожали? И кто их уничтожал? В этих местах аномалия просто зашкаливает. Друзья, я вам реально говорю, здесь множество тайн, которые вы даже не представляете. Этот необычный момент, в котором мы сейчас находимся, вот здесь были заборы, каменные заборы. Вот я вам даже покажу. Брать оттуда, и вот так идет, идет, идет. А здесь еще стела была каменная, также уничтожена. Это был как какого-то там хорошего, богатого, можно сказать, не человека, но кого-то богатенького. И здесь все разбито. Земля утащила под землю. Множество людей, которые здесь находились, также подтверждают данные о том, что эти места и правда реально интересны. Но множество людей просто не понимают ситуацию из этого момента. Почему это место притягивает именно вот как меня, как туристов, кого-то еще? А я вам скажу, это место и сама земля наполняет человека энергией. Я вам реально говорю, оно имеет очень огромную энергию, которую вы не представляете. Горы и так энергию давали, но именно то, что сейчас я вам говорю, это, друзья, совсем другое. Почему уничтожали? Потому что хотели снести все, что похоже было на древнюю цивилизацию. За этими холмами, вон там, друзья, там есть еще один город, но он именно снежный, тоже из камней. Мы пытались тогда добраться, мы сами насчитали почти 4 города. Направление южный, северный, вот западная часть и еще какой-то четвертый, но он идет восточный, чуть дальше. И все эти города были раздельные. У них свои правила, как говорят, были. Но строение было одно и то же. Я не могу понять, почему все это так и происходило. Множество наших подписчиков вечно задавали вопросы. А почему вы именно в таких местах? Ну, это булыжники, это как? Ну, нету тут, друзья, больше камней. Нету, посмотрите, то только в этом месте. Но я разговаривал с очень интересным археологом. Не так давно, вон там, друзья, нашли еще один древний город. Он располагается так, что это место еще интереснее. Там нашли и артефакты, и много чего еще нашли. Но он рассказал про эти места так. Это не люди строили, но люди разрушали. Он не знает информацию, кто именно разрушал и для чего. Но есть информация о тем же событиями, которые у нас есть сейчас. Этот древний город, друзья, был как я не знаю как, но он самый был цивилизованный. А другие жили, вы знаете, в чем там.
деревянных там или что-то еще. И, скорее всего, пришли наподобие другие люди или какая-то другая цивилизация и начала уничтожать все вокруг. Но я не хочу сказать, что это так на самом деле, но мы можем увидеть, что эти камни, они очень гладкие, я вам покажу, но их трогать нельзя, друзья. Есть очень интересная примета, что эти места прокляты, их лучше не трогать. Так, моментами заснятия все, достаточно этого, я вам покажу. Посмотрите, структура камней просто уникальна. Вот. Гладкая поверхность, да, сейчас. И толщина у них у всех одинакова. Там где-то сантиметров, ну, 40, наверное, может, 60. Посмотрите. Они очень так расположены, что вот эта поверхность была как раз строение стены. Зачем уничтожать, я не знаю. Но множество других событий, которые я хочу вам показать, это то, что располагалась она очень в хорошем месте. Во-первых, река рядом, поля рядом. Если сравнивать ситуацию, здесь очень интересное местоположение. Но, что самое интересное, я заметил, что у каждого этого момента, как будто его разрушали именно изнутри. Потому что удары были почему-то изнутри. Может, взрыв, может, что-то еще, я не знаю, может, землетрясение, и правда. Есть множество тайн, которые, вот лично мое мнение, закрывается в том, что, скорее всего, может и правда землетрясение, а может что-то другое. Но, опять же, объяснять тем иным моментам, другим людям, тяжело. Но мы, друзья, находимся в этих местах, чтобы реально вам показать, доказать, и что-то интересного вообще доказать. Потому что за все время, где мы не были и где мы были, я надеюсь, вам будет очень интересно знать за всю ситуацию, которую я, друзья, вам показывал. И вот эти места красивые, которые захватывают интересными моментами, я надеюсь, вам будет очень интересно. Ну а вы, друзья, не забывайте про наше путешествие смотреть, ставить лайк, подписываться, комментировать. Я все это делаю именно для вас, друзья, не для себя, а для вас, чтобы вы наблюдали, наслаждались такими интересными пейзажами, красотами и так далее. Ведь если не мы, друзья, что-то гремит, то никогда бы вы этого не увидели. Посмотрите, это все красиво захватывает и очень красиво все меняется. Конечно, люди нас смотрят удивленно и думают, откуда такие места? Но они есть, друзья, их очень много. Я не хочу сказать, что это так и есть, что мы здесь просто для красоты. Нет, мы для расследования этого всего мира, который мы пытаемся и пещеры раскрыть, и тайны какие-то, много чего уже мы раскрыли, но есть множество проблем, которые их не решить, их просто не решить. Ну а вы, друзья, просто наслаждайтесь нашим путешествием, наслаждайтесь всем и ставьте, друзья, как всегда, комментарии или вопросы, мы на них обязательно ответим.